Привет! С вами профессор Гуглов. И я здесь для того, чтобы поднять вам настроение. Усаживайтесь поудобнее. Поехали! Что бы вы сделали, если бы ваши права на частную жизнь были нарушены? А вот что сделал аллигатор. Брать на себя слишком много работы сразу – это не лучшая идея. Водитель будет платить из своей зарплаты за этот неудачный маневр. Вы когда-нибудь встречали ироничную дорожную ситуацию прямо на перекрестке? Даже надев капюшон и перчатки, вор все равно был вынужден спасаться бегством. Каждое действие имеет равную и противоположную реакцию. Теперь ей нужен новый телефон, как минимум, чтобы никогда не пропускать интересные видео на нашем канале. Не обижайтесь на людей, которые игнорируют правила дорожного движения. Они получат по заслугам в свое время. Давай, девочка, не пытайся безрассудно повторить TikTok-челленджи. Он слишком сильно напряг свои мускулы на пресс-конференции, но в настоящей игре. Последствия нежелания концентрироваться на своей работе. Мы просто хотим сказать, будьте осторожны со своими высокими каблуками. Не думаем, что тебе это подходит. Это неправильный способ делать это. Не думаем, что этот шест выдержит вдвое больший вес. Сегодня ты смеешься над другими, а завтра другие будут смеяться над тобой. Этот тренер просто показывал, как бить ногами, но он не подумал, что может застрять. Победа может прийти легко, но она также может легко пропасть. Хочется убежать с неоплаченным товаром? Эта верная дверь не позволит вам это сделать. Ни в коем случае не ездите на быке домой после школы, ни при каких обстоятельствах. Спасибо за ваш милый жест, но не забывайте сохранять наблюдательность. Будьте осторожны при позировании. Как говорится, ни один человек никогда не ступает в одну и ту же реку дважды. Игнорируя гудки проезжающих мимо автомобилей, игроки тренировались на обочине, и тут звук взорвавшегося мяча разрушил их мечты. Видя, как владелец иррационально злится на него, машина захотела бросить его и уехать. Еще одно фантастическое применение медицинской перчатки – вершить правосудие над людьми с озорными намерениями. Согласны, что лысая голова может быть странно привлекательной, но это не значит, что вы должны так себя вести. Не каждый романтический момент может состояться, особенно в рабочее время. Мало кто подозревал, что этот, казалось бы, обычный гость вынашивает недобрые намерения. Вскоре он окажется в ловушке хитроумной схемы владельца магазина. Представьте себе, что вы плывете по хаотичному жизненному пути и вдруг – бац! И вы сталкиваетесь с кометой своей жизни, а плана побега и в помине нет. За кулисами съемок ТикТока. Смело украв посреди улицы, мужчина быстро встретил свою карму. В игре, где шансы кажутся маленькими, вы бы сделали такой же выбор, как эта девушка. Никто не пострадал, и все получили удовольствие.
Возможно, ему стоит поискать более романтическое место для предложения, так как стадион Доджер может быть не самым подходящим для этого. Боитесь грязной обуви, поэтому в итоге теряете свою машину. Land Rover, едущий по железнодорожным путям, это то же самое, что взять с собой телефон-раскладушку на конференцию iPhone. Чтобы быстро добраться туда, куда мы направляемся, проедьте по дороге без путешествий и испытайте несколько странных встреч. Девушка совершила огромную ошибку, когда толкнула свою тележку в полицейскую машину. Внедорожник создал проблемы, пытаясь проехать, и столкнулся с пикапом. В результате они отправились домой с парой синяков под глазами. Всегда проверяйте, прежде чем перестраиваться, иначе это приведет к неловкой ситуации. Этот парень пытался напугать гуся, но получил ответку. Он просто хотел обойти своего соперника и занять второе место, иначе какой смысл платить такую высокую цену? Вот как достать сэндвичи из сковородки и уронить с тарелки. После того, как он плеснул водой на девушек для показухи, он попробовал свое собственное лекарство. У нас орлиные глаза, ты маленький воришка. Издевательство над болельщиками команды соперника после победы стоило ему шляпы. Когда дело доходит до мороженого, он непробиваемая сила. Паркуясь в приоритетной зоне, владелец BMW оказался зажатым тележками. Пожарная машина была вынуждена работать вот так из-за этого незаконно припаркованного авто. Иногда воспользоваться шансом – это еще не все. Почему бы ей не выбросить мусор, как обычно? Просто выбросить в контейнер. Ограничение ничего не значило для водителя грузовика. Может быть, он хотел превратиться в новую мойку? Как жаль, что дорогой телефон был использован с плохой целью. Два велосипеда отказались войти, предпочитая покачаться на улице. На этом все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. До завтра.